Так, подожди, Хаги-Ваги поймал Бокси-Бу, чего? Ля, такого я еще не видел, подожди, прикол. Два кулера, слева и справа. Слушай, ну, мне кажется, система охлаждения мамкиной жопы вообще работает на ура. Что происходит? Почему у тебя нет головы? Что за... Что случилось с аниматроником Хаги-Ваги? Его разобрали. Смотри, смотри, запалил, смотри, орёт на него. Ааа, все, спалился, лошара. Хорош. Привет! Мы продолжаем играть в Project Playtime. И сегодня мы снова взломаем игру для того, чтобы посмотреть обучение и что же там скрывается. А также посмотрим поближе на аниматроников монстров. Это будет реально очень круто и интересно, поэтому скорее ставь лайк. Это канал FlaFlay, а я Golden Freddy, и погнали взламывать! Начнем мы, конечно же, с аниматроника Бокси Бу. Выглядит он реально круто. И давайте посмотрим поближе, как его скин выглядит. Так, заценим. Ну, прикольно, прикольно смотрится. Прикольно, что можно так вот пролететь насквозь его, так сказать, клетки и посмотреть на него поближе, на его острые зубы. У него там какой-то кипятильник еще во рту, я не знаю, что это такое. Похож на тостер, если честно. Вот если, знаешь, так вот убрать все вот эти вот нюансы, руки, ноги и, в принципе, тостер и тостер. Нормально, нормально. Хлеб жарить самое оно. Блин, ну прикольно выглядит. Всякие тут у него микросхемы, типа... Блин, ну прикольно, прикольно выглядит. Он, у него руки же такие интересные. И даже чем-то похож на Эннерда благодаря этим проводам. Не знаю, вот напиши, как ты думаешь, в комментариях, на какого аниматроника он похож. Это, знаешь, какая-то сборка Эннерда и чего-то еще. Ну, именно из-за проводов. Ладно, давайте посмотрим следующего нашего пациента. Это у нас Хаги. Хаги, аниматроник. Блин, ну прикольные скины. На самом деле, я не думаю, что это отсылка на FNAF, но все возможно. Может быть, даже это отсылка на FNAF. То есть они похожи на такие, знаешь, улучшенные версии эндоскелетов. Во рту у него прям вообще какая-то мясорубка жесткая, смотри. Блин, я бы не хотел, чтобы он меня укусил, потому что если он укусит такими зубами, вряд ли кто-то вообще сможет выжить. Но выглядит он очень крипово, если честно, вот особенно его башка. Прям реально, мне кажется, это самый криповый скин. Что у него вообще? У него есть реально эндоскелет, какие-то типа ребра, хотя это моток проводов. Там типа у него позвоночник, даже какие-то типа, знаешь, органы. Но это все, наверное, всякие сервоприводы, на которых он работает. Блин, ну прикольно, прикольно. И здесь у него, знаешь, такая точка включения-выключения. Подошел такой, о, надо включить Хаги. Нажал, и он откусил тебе лицо примерно, да? Мне кажется, такой Хаги мог бы вполне себе сделать укус 87. Потому что зубы у него явно предназначены для того, чтобы очень жестко кусать. Руки у него, конечно, очень странные, да? Как будто, знаешь, какие-то такие огромные железные перчатки. Ну, блин. Ну, выглядит крипово, и знаешь, вот это вот, слой вот этих проводов похоже на какие-то мышцы, знаешь, типа, вот эта кость, вот эта вот трубка, а вот это вот, типа, мышцы его. Ну, прикольно, кстати, у него даже есть жопа, если что, вот она, жопа Хаги-Ваги, блин, ну, неплохо, неплохо. Так, хорошо, у нас осталась мамка, давайте на нее тоже глянем, потому что тоже интересно, ее вообще я особо не рассматривал, поэтому, ну, интересно выглядит, потому что вот, и даже вот анимация у нее какая-то, знаешь, такая более... Видно, что как будто все это сделано из железа, из стали. Глаза тоже такие красные, криповые глаза. Жопа у нее вообще с вентилятором, прикинь. У мамки жопа с системой охлаждения. Прям как на моем компе. У нее кулер встроенный. Это чтобы жопа не перегрелась. Мне кажется, это очень даже интересно. Два кулера, слева и справа. Слушай, ну, мне кажется, система охлаждения мамкиной жопы вообще работает на ура. Такого я еще не видел, конечно. Жопа и система охлаждения. Мне кажется, в будущем надо использовать такие технологии. Слушай, там проводов целая куча, смотри. Проводов в жопе будет здоров, там прям можно запутаться, если честно. Потом у нее есть туловище, ну типа, да, с какими-то кнопками тоже. Или это все, наверное, микрокамера, это микродатчики, типа, знаешь, она засекает, короче, людей на расстоянии. Этих датчиков. Но она, у нее скин прям мне нравится, он классный такой, весь в крови, кстати, она уже кого-то походу съела. Руки у нее, конечно, жесть, особенно пальцы, ты посмотри. Типа, как это все вообще работает? Ладно, у других аниматроников еще там, типа, ну, как-то все более грамотно, но тут. Ну, вот здесь, конечно, косячок. Здесь могли бы шею сделать получше, да, вот здесь вот. Вот в этом моментике прям, ну, мне не нравится. Какого-то перехода не хватает, знаешь, типа, как вилка и розетка. Просто как будто в стену воткнули провод и все.
Ну, сапоги модные, что скажешь. Мне кажется, это Луи Виттон или это Баленсиага какая-то, да, последняя коллекция, мать. Ну ты что, заследишь за модой, я смотрю, молодец какая. А так, в целом, скинчик неплохой. Вот, вот единственный косяк, это вот здесь. Вот этот вот переход шеи и на голову, вот прям мне не нравится. Но его, в принципе, не видно, поэтому я не знаю. Напиши, какой скин из всех аниматроников тебе больше понравился. Именно вот железных. Хаги-Ваги, Бокси-Бу или же все-таки Мамка. Но вот по качеству, я не знаю, мне кажется, Бокси-Бу на первом... Ну, блин, фиг знает. Хаги-Ваги криповее, чем Бокси-Бу, вот честно. Вот Хаги-Ваги, тут прям рожа такая, прям обосраться можно. Я думаю, на первое место для меня встает Хаги-Ваги, на второе место Бокси-Бу, а на третье Мамка, ну, потому что... Ну, потому что косяк на шее, я что, виноват, что ли? Доделайте шею, я верну свои какие-то варианты. Ладно, короче, нам нужно взломать обучение. Погнали в обучение. Давайте, наверное, обучение с выжившего начнем. Там очень много всего, поэтому я думаю, что там можно будет посмотреть на некоторые моменты. А можно мне доехать по-быстрому и уже что-нибудь взломать? Я немножечко удалил вагон. Я хотел открыть дверь, в итоге удалил вагон. Я не виноват. Такое бывает. Такое бывает, когда ты заходишь в игру и пытаешься что-то удалить. Так, мы тут типа должны изучать вот эти загадки, но я же, в принципе, могу этого всего не делать. Я могу, например, сломать вот эту дверь и посмотреть, что за ней. За этой дверью у нас куча проводов. Давайте, во-первых, включим свет или нет? Давайте по темноте шариться. Как же тут темно. Блин, плохо, что у меня нет фонарика, реально. Нет фонарика. Можно, кстати, выключить интерфейс, чтобы он вообще не мешал. Прекрасно. Без интерфейса, знаешь, как-то так... Поспокойнее. Ну там какая-то комната, подожди, давай я там еще повороты, давай я включу свет все-таки, посмотрим. Вот, видишь, тут реально есть какая-то комната, смотрите. А за поворотом у нас стена. Блин, ну это обидно сейчас было. Я думал, там реально что-то будет. Будем ходить при свете. Так как, ты знаешь, поспокойнее, потому что у нас тут еще одна дверь есть, мы ее сейчас тоже сломаем. И тут тоже есть проход, который ведет в никуда. Тут есть дырка, кстати, можно провалиться при желании. При желании можно провалиться куда хочешь. Так, ладно. Мы прошли дальше, но мы не решили загадки. И у нас не открылась дверь, да, я так понимаю? Но я же ее могу сломать. Блин, или мне реально... Я не хочу решать загадки, вот серьезно. Давайте я просто сломаю эту дверь. Вот и все, делов-то. А Хаги-Ваги мы не увидим, да? Что, в туалетах есть что-нибудь? А, вот как работают туалеты. Двери на самом деле нету. Прикольно. А вот здесь дверь есть, и здесь двери нет. Ну, понятно, все с вами. Все с вами понятно. Двери просто муляж. Ну, ладно. А вот сюда, если пойти. А, и сюда, если пойти, у нас тут будет, типа, вентиляция. Ну, тут тоже ничего нет. Да, и вот мы внизу, прекрасно. Здесь, по идее, за нами должен гнаться Хагус-Вагус. Сейчас мы посмотрим. Смотри прикол. Типа я залетаю... А, подожди, я сначала, типа, пытаюсь опустить. Потом мне скажут залезть в шкаф. Я без проблем залезу, как бы. Интересно, что будет. А что так долго? Давай быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Мы создаем игрушку, все хорошо. Вот, смотри. Я залезаю в шкаф. Сейчас мы посмотрим, где Хаги. О, да ладно! Чего? А что, так можно было? Ну-ка, подожди. То есть он уже со скином? Он уже со скином? А я ему даже скин не ставил. А ты что, гонишь? Смотри, прикол. Идет, и у него скин. То есть... А так можно было? Типа, можно было ставить скин на Хаги-Ваги в обучении. Ты знал об этом вообще? Офигеть. Слушай, ну это круто. А я, короче, сижу, да, тут? Где? Где я? Меня нет. Я сижу, типа, но меня нет. Сейчас будет круто, кстати. Сейчас, если я выйду, он меня поймает, да? Вот черт. Я поставил на паузу. Мы сейчас увидим смерть от первого лица. Или от второго, или от третьего. Короче, сейчас поймешь. Подожди, а где мой персонаж? Хаги-Ваги-то есть, а? Не понял. А! Чё он меня потащил? Он меня потащил, смотри, прикол. Это законно вообще? Отпусти! Что? Так, подожди, Хаги-Ваги поймал Бокси-Бу, чего? Это, ну...
Ля, такого я еще не видел, подожди, прикол, прикол. Ты зацени, как он его несет, смотри, просто на нахрен. У него все болтается, это такой угар, смотри. Блин, я такого реально, я такого еще не видел. Слушай, ну выглядит эпично, смотри, как он идет. Офигеть, офигеть, просто офигеть. Он сейчас отнесет меня, что он будет делать? Просто все болтается. Офигенный скин, мне нравится. Сейчас он засунет меня в яму, да? Все, скинул меня в яму и стоит довольный. Прекрасно. И исчез. Жесть какая. А смотрите, мы хоть раз видели, как игрушка создается? Она реально создается внутри. Я, если честно, ну, я думал, мы просто закрываем крышку, и там нет никакого окна даже. Здесь реально есть окно, и видно, как по частям собирается игрушка. Слушайте. Тут даже отсек для батареек есть. Там есть батарейка? Нет, батареек нет. Батарейки не положили в комплект. Блин, прикольно. То есть, вот запчасти, которые мы собираем, они реально существуют. То есть, мы их складываем, и потихоньку игрушка реально собирается. То есть, когда мы, наверное, тянем эту штуку, то запчасти, ну, сыпятся и собирают игрушку. Это прикольно. Это реально прикольно. А меня скинули вниз. Я тут с пацанами. Здорово. Вы тут хаги-ваги, да, гасите? Я с вами. Я с вами, да. Вот эта труба сломанная меня бесит. А после обновления добавили сломанную трубу. Заметили вы, нет? Не, нормально, нормально. Мне нравится. Ну, взламывать особо нечего, поэтому просто попихаем хагусов-фагусов в трубу. И, в принципе, ничего сложного. Разноцветный хаг... О, меня спасают, кстати. Спасибо. Спасибо за спасение, чел. Спасибо. Красавчик. О, подожди, давайте я посмотрю, как игрушка собирается реально. Ну-ка, интересно же. Смотрите. Смотрите. Сейчас рука и нога осталась. Так она... О, она улетела просто. Игрушка просто улетела, ты видел? Хорош. Ну, все, мы сбегаем. Теперь мы конкретно сбегаем. Я могу, кстати, смотрите, какой прикольный скин у меня. Мне прям нравится. Скин угарный. Я боксибу. Я боксибу. Хоть и не монстр, но зато я выживший боксибу. Так, а надо нажать кнопку. Кнопочку нажми. Хорош. Я боксибу. Я боксибу. Та-та-та-та-та-та-та-та. Блин, ну скин мне нравится, он угарный. Он весь трясется, такой весь с анимациями. Кстати, знаете, что надо сделать? Надо еще надо сделать еще вот так, ребят. Ой-ой-ой, не видно, не видно. Надо поставить лайк, блин, дай сюда! Лайк надо поставить, ребята, лайк. Обязательно лайк ставим, потому что взлом это прикольно. А мы долго поезд-то будем ждать? Ну, пока мы ждем поезд, можно поставить еще лайк. А потом поставить еще лайк. А потом за такой крутой взлом поставить еще лайк. А за крутой взлом можно поставить лайк. А знаете, за что можно поставить еще лайк? За крутой взлом, ребят. Вот так вот. Понял, да? Все. Блин, а вагон-то нет? Вагоны, где вагоны? Вагона нет. У нас вагон украли. Вагон украли, пацаны. Идем. Я один поеду, походу. Ну, типа, вагон украли. Понял. Я сломал обучение, потому что я украл вагон. Ну, так получилось. Ладно, ладно. Погнали, взломаем обучение за монстра и посмотрим, как оно там будет выглядеть. Я сейчас, короче, взломал игру и что я увидел? Я увидел туловище без головы и с кривыми руками. Это нормально? Это норма? Это норма? Что происходит? Почему у тебя нет головы? Что за... Что случилось с аниматроником Хаги-Ваги? Его разобрали. Кто разобрал аниматроника Хаги-Ваги? Почему у него нет головы? Это нормально вообще? Окей, я не знаю, как на это реагировать, но это очень странная фигня. Потому что в тень у него с головой, а головы у него нет. Максимально странная фигня. Ну ладно. Ну почему тень-то с головой? Нет, ну я, конечно, могу убить всех подряд, но... Пазл фейл, да-да-да. Ой, это что? А что, так можно было? Он боксибу, смотри. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, блин. Ты офигел. Завалил. Не, ну это я могу. Это изи. Не, ну в принципе, прикол-то в чем? Прикол в том, что вот это... Непонятно, как получилось.
Супер, супер странный скин, ребят. Такое ощущение, как будто, знаешь, это, ну, типа, головы быть не должно, типа, вот это глаз, да, а вот это руки, типа, знаешь, какой-то кибер, панк уже пошел, я не знаю, что вообще за дичь. Ну, короче, прикол в том, что здесь, да, есть выжившие, они все... Почему-то, короче, в обучении все скины выглядят как твой игрок. То есть... О, мини-хаги. О, что? Мини-хаги тоже робот? Чего? Ребят, мини-хаги тоже робот. Тут можно собрать целую пати мини-хаги роботов, короче, и тусить. Вот это вот внезапно. Вот это вот внезапно. Уже прикольно. Я не знал, что мини-хаги тоже... Смотри, мини-хаги, на. Куда ты побежал? Стой! Я принес тебе мини-хаги. Иди сюда. Он сейчас закроет дверь, козел, нет. Слышь ты, бокси-бу, я тебя сейчас догоню и по башке тебе надаю. Смотри, смотри, запалил, он смотри, орёт на него. Ааа, все, спалился, лошара. Хорош. Подожди, а как выглядит вот это? Типа, это выглядит максимально странно, да? Типа, он же его де... Смотри, приколюха. Бедный бокси-бу, тебе нормально, тебе удобно? Что происходит вообще? И мини-хаги такой стоит, чего вообще не понимает, не вдупляет, что происходит. Это угар. Это просто угар. Мини-хаги, смотри, у нас тут пати жесткая. Он такой раз повернулся. Что происходит вообще? Дичь какая-то. Ладно, я не могу. Это прикольно, что скины влияют на обучение. То есть обучение все время может быть разное. Плохо, что дают тебе играть только за Хаги-Ваги, который еще и без головы. Плохо, что нельзя поиграть за других монстров. Я бы поиграл за всех монстров в обучении, это было бы угарно. Ну ладно, скинем его сейчас в яму. Чтобы полетел. Да, Хаги, молодец! Уху, ставим лайки! Кстати, да ладно, у него тоже есть эмоции, ребят. Ну-ка. Он сел, а я... Подожди, а я вижу, как он сел, нет? А как, посмотри, как он сел? Так он не сел, он... Что происходит? Я не могу видеть эмоции, потому что... Ну, потому что не могу. Это очень странно. Но зато можно сделать саботаж. И все отключить. Ну, короче, взлом сломался, я не знаю. Взлом сломался, потому что я не вижу головы. Да хорош тут shift. Вот shift, кстати, не сработал сейчас. Пресс shift, видишь? Он не сработал. У меня проблема вот... у меня когда я играл тоже в коопе с Нептуном, я нажимал на shift, и он не работал. Здесь тоже он не работал. Я не знаю, может быть... Ну, пофиксить надо. О, давай на голову поставим. Сквозь него Хагус прошел, смотри. Им нормально вообще. Ну, Хаги-Ваги ростом прям с персонажа. Вот еще раз попробую shift сейчас, смотри. Еще раз shift. Проверочка, проверочка, ну-ка. Shift. Видишь, и ничего не происходит. Shift не работает. Ну, было весело взломать обучение, посмотреть на него, как это выглядит. А еще, конечно же... Не забывай ставить лайки и не забывай писать в комментариях, какой из монстров-аниматроников тебе больше всего понравился. Вот такой получился взлом. Мы посмотрели, как взламывается обучение и что там есть интересного. Было, в принципе, прикольно. Надеюсь, ролик тебе понравился и свой лайк ты уже поставил. А мы увидимся в следующих сериях по Project Playtime. Удачи и всем пока!